После того, как Алиса Козьмина объявила о расставании с Андреем Аршавиным, отношения пары заметно обострились. Накануне жена спортсмена обратилась в полицию с заявлением об угрозах со стороны супруга, который, по ее словам, отнял у нее иномарку и даже пообещал посадить в тюрьму. Отношения супругов прокомментировал адвокат Алисы Александр Добровинский. Как рассказал юрист, футболист перестал общаться с семьей и не предпринимает ничего для того, чтобы помириться. Недавно дочери пары, Есении, исполнилось 2 года. Но отец не появился на ее дне рождения и даже не поздравил девочку. Да Есении ему нет дела. Что касается развода, то да, Алиса будет требовать алименты, признался адвокат. Правда, на многое Козьминой рассчитывать не приходится. Экс-нападающий «Зенита» и так выплачивает алименты на 3 детей Юлии Барановской. По закону, больше половины дохода взимать с родителей нельзя, поэтому теперь эти деньги будут делиться не на 3, а на 4 наследников Аршавина. Вопрос с недвижимостью футболист также успел решить в свою пользу. Дом, который супруги построили, живя в браке, оформлен на мать Андрея, как и каждая из его квартир. «Алисе ничего не достанется», цитирует Александра Добровинского StarHit. Напомним, недавно Аршавин возобновил общение со своими детьми от Юлии Барановской.